Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне iPhone 8 узнать ваш номер IMEI, а также серийный номер. Существует два способа. Первый – заходим в набор и вписываем звездочка-решетка 06-решетка. Видим наш номер IMEI. Выходим. Заходим в настройки, основные, об этом устройстве. Видим здесь наш серийный номер, а чуть ниже номер IMEI. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!